Армянские парламентарии подчеркивают стратегическую выверенность решений, которые привели к запуску новых политических процессов в нашей стране. Депутат Арман Абавян называет Казахстан лидером в Центральноазиатском регионе, в очередной раз демонстрирующим миру свою приверженность демократии и свободе волеизъявлению народа. Представитель партии «Процветающая Армения» также выразил надежду на то, что после того, как в Казахстане будет избран новый президент, Ереван и Нур-Султан продолжат диалог в духе стратегического партнерства. Позиция однозначная. Тот выбор, который сделал казахстанский народ, речь идет вообще о политической, да, ситуации в стране, он очень выверенный. Эти слова — это достаточно правильный и мудрый шаг. Когда я говорю «мудрый шаг», я всегда вспоминаю, у меня вот перед глазами всегда Нурсултан Абишевич. Поставить ее на стабильный путь развития — это на самом деле требует колоссальной мудрости и выдержки. Мы более чем уверены, что кто бы ни был бы избран, это будет воля казахстанского народа. Это будет воля всех казахстанцев, а это самое главное в данном случае.